эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. В день государственного флага в Ленинском округе состоялся автопробег. Днем флага! Россия вперед! Коммунальные службы округа активно готовятся к зимнему периоду. Мы на всех котельных, все ресурсоснабжающие организации проводим противоаварийные тренировки. На стадионе «Металлург» прошла первая финальная игра Кубка Московской области по футболу. Борьба от первой до последней минуты. Мы пропустили гол из-за нашей нелепой ошибки, но молодцы, отыгрались. В день государственного флага в Ленинском округе, как и по всей стране, состоялся автопробег. Более 20 машин проехали по центральным улицам с российским триколором. К патриотическому флешмобу присоединились сотрудники администрации, представители организаций и активные жители округа. Традиционно возле стадиона «Металлург» начался сбор участников автопробега. На месте завершались последние приготовления. Все украшали свои автомобили российским триколором. Празднование Дня государственного флага России стало поводом для постоянных участников патриотических мероприятий встретиться и всем вместе проехать по улицам родного города. День флага России – это честь нашей страны. И я думаю, здесь немало людей собрались для того, чтобы поддержать. Российский флаг – это один из атрибутов государственной власти, поэтому, естественно, я думаю, что с каждым годом оно будет улучшаться и улучшаться. Один из самых важных праздников, который дает нам нашу идентичность, нашу суверенность, подтверждает то, что мы государство, то, что мы имеем право на самоопределение, на свою самостоятельность, и никто не может на нас давить, и ни извне, ни изнутри. Мы должны быть едины сейчас, и этот флаг наше единство подтверждает. Парад автомобилей видным не редкость, а вполне традиционное мероприятие, объединяющее жителей Ленинского городского округа. В этом году это уже четвертый автопробег. В данном пробеге принимают участие жители Ленинского городского округа, представители сферы культуры, спорта, молодежи и туризма, волонтерский корпус, молодая гвардия «Единой России», депутаты Ленинского городского округа. Колонна стартовала от стадиона «Металлург» по улице Школьной прямо к мемориалу с танком в Расторгуевской части Видного и вернулась в исходную точку. Днем флага! Россия вперед! Дмитрий Книга, Александр Логинов, Екатерина Довлятова, Видное ТВ. И в продолжение темы главного символа страны. У кинотеатра «Искра» прошел праздничный концерт, посвященный Дню российского флага. Свою программу представили творческие коллективы и исполнители учреждений культуры округа. О ярких выступлениях артистов расскажем в нашем следующем сюжете. Все песни только о родине. В день национального флага со сцены у кинотеатра «Искра» звучали музыкальные признания в любви родной стране. В праздничной программе приняли участие не только профессиональные артисты и сотрудники учреждений культуры округа, но также и детские коллективы. Это и воспитательный момент, и это наше будущее. Я смотрю на детей, которые вот сейчас в данный момент выступают, и вижу, что в принципе, этим девчонкам и мальчишкам можно передать Россию. Участница ансамбля «Соловушка» Ольга Стародворова рассказывает, для выступления выбрали номер «Вепский танец» с яркими народными костюмами. Этот танец мы танцевали уже не первый раз. Так, это где-то год прошел с этим танцем, мы танцуем. Как вы пишете свои костюмы? На мероприятие жители города приходили целыми семьями, тем самым подчеркивая значимость праздника. Флаг объединяет, это значит, что мы вместе, сила, да, несмотря на все невзгоды. Танцевать хорошо, вот всем весело, очень. И песни спеть. И песни спеть можно, вот такие вот хорошие, добрые. Мы не первый год сюда приходим на этот праздник. Праздник флаг, он всех объединяет. И мы собираемся все большой дружной семьей. Российский триколор в этот день был повсюду. Ленточки, украшения и аквагрим в национальных цветах. И, конечно, флаги. Флаг России, он как бы олицетворяет нашу страну. Так где-нибудь увидишь его в другой стране. Россия. Классно, здорово. Я считаю, что день флага Российской Федерации очень значим для нашей страны. Он показывает то, как мы дорожим нашей родиной, нашей культурой.
нашей природой. Праздник вообще, он сплощает нас друг, потому что это патриотизм, он должен быть в наших сердцах. Мне кажется, это замечательно, когда такие праздники проводят. Мы не забываем о своей стране, да, великая, сколько нас вместе. Бело-синий-красный флаг не только олицетворяет единство российского народа, но и служит напоминанием о богатой истории и культуре страны. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Максим Константинов. Видное ТВ. Коммунальные службы округа активно готовятся к зимнему периоду. Ход профилактических работ проверил глава муниципалитета Станислав Катров. Подробности расскажет наш корреспондент Наталья Буслаева. Август для коммунальщиков – месяц активной подготовки к зимнему сезону. Масштабные работы по замене участка тепломагистрали протяженностью около 500 метров развернулись вдоль проспекта Ленинского комсомола до пересечения с Заводской улицей. При проведении земляных работ мы также делаем максимально комфортными условиями, то есть мы стараемся минимизировать закрытие проездов, разрабатываем временные схемы движения. Лично ознакомился с ходом работ по ремонту тепловой магистрали глава муниципалитета Станислав Катаров. Здесь идет замена старых труб на новые, современные и энергосберегающие, со специальными проводами контроля состояния и возможности сообщения при чрезвычайных ситуациях. Вся информация о неполадках передается в режиме онлайн на пункты дистанционного управления. Укладываем трубу, сдаем это непосредственно эксплуатирующей организации, закапываем обратно и восстанавливаем благоустройство. В настоящее время на участок брошено усиление, чтобы успеть полностью сдать объект к середине сентября. Стоит отметить, что в округе функционирует 41 котельная. На данный момент в трех из них ведутся планово-профилактические работы. Для того, чтобы избежать неких проблем, инцидентов, аварийных ситуаций в зимний период, мы на всех котельных, все ресурсоснабжающие организации проводим противоаварийные тренировки. Это нужно для того, чтобы персонал котельной и, в принципе, сотрудники ресурсоснабжающей организации и управляющие компании понимали четко, как они должны действовать в случае непредвиденной ситуации. Также глава и представители ресурсоснабжающих организаций побывали в 6-м микрорайоне и проверили ход ремонтных работ коммуникаций на Ольховой улице. Далее Станислав Катаров проинспектировал укомплектованность бригад аварийно-восстановительной службы Видновского производственно-технического объединения городского хозяйства. Основная задача у нас с вами – это укомплектоваться таким образом, чтобы в момент, если, не дай бог, происходит авария, у вас были мощные средства по максимальному сокращению времени. Понятно, да? Ну, там не 25 часов, там, чтобы люди ждали, там час-полтора-два, еще ничего не успело остыть, все починили, включили, все хорошо. Все подготовительные работы коммунальных служб в муниципалитете будут полностью завершены в ближайшее время. Наталья Буслаева, Евгений Бех, Максим Константинов. Видное ТВ. В рамках акции «Собери ребенка в школу» первоклассницы из Видного от имени губернатора Московской области Андрея Воробьева вручили рюкзак со школьными принадлежностями. Слово Юлии Стаферовой. Семья Загальских воспитывает 4 детей. Работает только отец Александр Яковлевич. Он занимается изготовлением подоконников. А мама Анастасия Анатольевна – домохозяйка. Она осуществляет уход за 8-летней дочерью-инвалидом. Ей поставили диагноз – аутизм. Несмотря на это, Ксения Загальская увлекается художественной гимнастикой. В этом году она пойдет в 1-й класс. В связи с этим заместитель главы муниципалитета Иван Гетман вручил рюкзак с письменными принадлежностями и поздравительную открытку. Хочу пожелать приобретения много знаний, а самое главное – это друзья. Это друзья, с которыми ты будешь общаться не только в школе, но потом и в жизни. Так что тебе всего самого наилучшего, маме терпения. Мы в этом году уже на сегодняшний день вручили практически более 32 рюкзаков, подарили детям, тем, кто пойдет у нас в 1-й класс в 1-й раз. И вот на сегодняшний день, то есть у нас эта категория детей из многодетных семей в основной и те, которые относятся к категории малообеспеченных. Такая мера поддержки реализуется в регионе по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ксении очень понравился подарок. Рюкзак она разбирала вместе с младшей сестрой Варварой. Ксюша с нетерпением ждет, когда сможет воспользоваться тетрадями, красками, цветной бумагой, ручками и карандашами. Вот, смотри, подставка. Подставка у меня есть.
Лето, что? О, кто ж краски? Будущая первоклассница уже вовсю готова к школе. Чтобы с друзьями познакомиться. И учиться уроки. Многодетная мама Анастасия выразила свою благодарность за такую помощь. Очень благодарны, мы очень рады. Хорошо, что так придумали от губернатора детям первый класс давать подарки. Мы сегодня целый день ждали, готовились, даже платья все понадевали, себе выбрали. Вот, спасибо огромное. Напомним, что всероссийскую акцию «Собери ребенка в школу» проводят ежегодно. Это возможность совместными усилиями помочь детям и преподать им первый урок доброты. Юлия Стаферова, Кирилл Махров, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В первой финальной игре Кубка Московской области 2024 года встретились команды «Металлург Видное» и «Красное знамя» из Ногинска. Матч прошел на домашнем стадионе нашей команды. Игра была крайне напряженная. Подробности в следующем сюжете. В апреле стартовал Кубок Московской области по футболу 2024 года. Игры проходили в разных городах Подмосковья. В течение всего этого периода команды демонстрировали результаты усердных тренировок и боролись за место в финале. Игру за игрой видноский «Металлург» побеждал своих соперников. Так что я считаю, что в этом году достойно усилились. Одержав победы в полуфинале, «Металлург Видное» и «Ногинское красное знамя» завоевали право сыграть в финале. Согласно регламенту турнира, трофей будет разыгран по итогам двух матчей. Первая игра финала была по-настоящему волнительной. Несколько раз мяч почти уже побывал в воротах противника. Открыла счет команда «Красное знамя», забив гол на 27-й минуте. Но и ответ «Металлурга» не заставил себя долго ждать. На 47-й минуте Александр Масленников сравнял счет. Несмотря на множество опасных моментов и постоянный накал страстей, матч закончился со счетом 1-1. Финал. Мы знали, что Ногинск хорошая обученная команда, что они готовились, и мы готовились. В принципе, как и получилось, борьба от первой до последней минуты. Мы пропустили гол из-за нашей нелепой ошибки, но молодцы отыгрались. Я уверен, что вторая игра в Ногинске будет не менее напряженная. Поддержать свою команду пришло много болельщиков. Более 250 человек посетили стадион «Металлург» в нашем городе. Решающий матч за Кубок Московской области состоится 28 августа в Ногинске. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Максим Константинов, Видное ТВ. А сейчас рубрика «Афиша», и мы расскажем вам о том, как можно провести выходные дни. 24 августа в субботу в 11 часов в Центральном парке Видного пройдет «Эко-Библиофест». Вас ждет увлекательная программа, мастер-классы, игры и пенная дискотека. Приходите всей семьей. Также в субботу состоится день поселка Боброва на эстрадной площадке в жилом комплексе «Восточная Бутово». Игровая программа для детей и праздничный концерт. Начало в 16 часов. 25 августа, в воскресенье в 16:00, день поселка пройдет в Горках Ленинских на территории музея-заповедника. Завершением вечера станет концерт оркестра русских народных инструментов имени Владимира Глейхмана. В это же время отметят день поселка и в Новодрожжине. Посетители смогут принять участие в мастер-классах и посмотреть праздничный концерт. Проведите свои выходные интересно и с пользой. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч!